Приветствую вас, Антон. Я буду говорить прямо. Я буду говорить прямо, потому что, ну, во-первых, ситуацию нужно максимально, скажем так, объективизировать, вот, и максимально придать ей вот то значение, которое должно быть у нее. У ситуации, в смысле. Вот. Первое, это то, что проблема прошлого девушки волнует вас только по той причине, что вы не уверены в себе, и что вы сравниваете себя с другими ее партнерами. Вам хочется быть самым лучшим, вам хочется быть для нее единственным, это невозможно, и, соответственно, вы переживаете по этому поводу, опасаясь, что вот раз у нее было так много парней, то, возможно, она вас сочтет, ну, каким-то недостаточно хорошим, недостаточно ценным для нее и так далее. Вот именно этот аспект, да, именно этот аспект, аспект недостаточности, он вас беспокоит сильнее всего. Аспект недостаточности приходит тогда, когда есть условность, условность восприятия себя и условность восприятия девушки. Вы, собственно говоря, даже не говорите о том, почему же так плохо то, что вы у нее 21-й партнер. То есть, что в этом плохого? Почему вас это до ужаса, как вы сами выражаетесь, тревожит? С чем это связано? Вы даже этот момент, в принципе, не раскрываете. Вот. Хотя, было бы весьма здорово, если бы вы это сделали. То есть, если бы раскрыли, вот, собственно, что и почему вас беспокоит. Почему вас это беспокоит? Что такого страшного в том, что вы у девочки 21-й партнер. Ну, особенно если у вас есть друг другу чувства. Вот. Особенно если у вас есть друг другу чувства. Ну ладно, если бы чувств не было. Я бы в таком случае, я бы понял, но чувства вроде как есть, а в таком случае не совсем понятно, почему вас это волнует. То есть здесь есть что-то странное, в том смысле, что вы, вероятно, не воспринимаете девушку как ценность в себе, а воспринимаете девушку, вероятно, как кого-то другого. Вот. И, собственно, это вопрос, на который вам стоит, Антон, в первую очередь ответить. Именно вам. Именно вам необходимо ответить на этот вопрос для себя. Почему вы чувствуете себя неуверенным и почему вас это тревожит. Ключевой момент заключается в том, что девушка, ваша девушка, совершенно ни при чем. То есть она не ответственна за то, что вы испытываете, она не виновата, она не имеет отношения к тому, что вы испытываете, вот, ну хотя бы потому, что вы сами ее в общем и целом выбрали, вы сами в общем и целом решили, что будете с ней в отношениях, вы сами решили вступить с ней в отношения, и, условно говоря, кроме, ну, кроме того, как спрашивать себя, да, кроме того, как спрашивать себя, чего я хочу и почему меня это так вот беспокоит, да? Кроме этого, ну, на самом деле,
делать вам особо больше нечего. Вот, корить девочку за то, что у нее было такое прошлое, ну, это значит бороться с этим самым прошлым, а делать это совершенно бесполезно, потому что прошлое при любом раскладе изменить совершенно невозможно. А хочется вам изменить это или нет. Вот если вы любите девочку, то не имеет никакого значения то, значит, кто, сколько у нее было парней и так далее. Вот. Уж я не знаю, считаете ли вы так, вот. Такой вот момент, на самом деле, такая история.